Привет всем! Новое видео с Викторией Гринцовой. Сегодня мы возьмем 5 глаголов. И все эти глаголы неправильные. Это означает, что они образуют прошедшее время не по правилам. Их формы нужно просто выучить наизусть. Слушай внимательно и повторяй за мной, потому что в конце тебя ждет задание. Tell – рассказывать. Tell. Tell. Tell, told, told. Can you tell me the truth? Можешь ты сказать мне правду? Tell the truth. Говорить правду. Tell a lie. Обманывать. Break. Нарушать. Его второе значение – ломать что-то. Break, broke, broken. You broke the rules. Вы нарушили правила. You must pay a fine. Вы должны заплатить штраф. Show. Показывать. Show. Show. He showed me his gold chain. Он показал мне свою золотую цепь. Feed. Кормить. Feed. Feed. Feed, fed, fed. I feed my cat with milk. Я кормлю своего кота молоком. Bring. Приносить. Bring. Bring. Bring, brought, brought. Good for you. Молодец. He brought my slippers. Он принес мои тапочки. Под видео напиши свой рассказ, где употребляются все эти слова. И чем смешнее рассказ, тем лучше. Вот такой рассказ составила я. Все глаголы здесь в прошедшем времени. Mike told me that Steve broke his leg. Майк рассказал мне, что Стив сломал свою ногу. He showed his leg a doctor. Он показал свою ногу доктору. And he fed him with tablets. И он накормил его таблетками. That brought him relief. Что принесло ему облегчение. Ну что, тебе понравился мой рассказ? Можешь написать свой в любом времени. Настоящем, прошедшем или даже будущем. Подписывайся на мой канал «Английский с Викторией Гринцовой». Ставь лайк. И получай следующие 5 слов. See you in the next video. Bye.